В автомобиле супруги мэра Измаила Андрея Абрамченко обнаружили бомбу. Взрывное устройство нашли случайно. Водитель внедорожника Toyota RAV4 привез его на техосмотр на одну из СТО. Опасный предмет был прикреплен к днищу автомобиля. Бомбу обезвредили на месте сотрудники полиции. Правоохранители допускают, что инцидент может быть связан с политической деятельностью мэра Измаила, либо с коммерческими делами его супруги. Она является частным предпринимателем. Я в течение 2 недель ездил в Сан-Бери на этой машине. Машина зарегистрирована на жене. Я продал свою машину и 15 дней уже ездил как бы на этом транспортном средстве. Каждое утро я выходил, садился за руль и ехал на работу. Ну вот вчера это сделал мой водитель. Видимо, поэтому и оно не было приведено в действие, взрывное устройство. Учора під час огляду автомобіля на станції технічного обслуговування у зв'язку з тим, що там якийсь певний стук був в ньому, співробітники цього СТО виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. У зв'язку з цим з Одеси до Ізмаїлу викликали спеціальних співробітників, фахівців, вибухотехніків органів поліції Одеської області, які встановили, що це дійсно вибуховий пристрій, та його на місці знешкодили. Взривним устройством оказались дві гранати РГД-5, помещенные в металлическую коробку. Сейчас правоохранители выясняют, кто мог прикрепить опасные предметы к днищу автомобиля. Следственные органы открыли уголовное производство по статье «Покушение на умышленное убийство».